ужас, ужас. Ой, блин. По Ленин. Такое ощущение, что Паша, вторая... из какой-то секты, какие-то знаки там показывают. Как будто вторая жизнь в кармане лежит. Ты посмотри, они что творят. Ужас, там просто дырки, там балка какая-то, вот монолитная вот эта вот. Но... Там даже не на крыши чем прыгать. Крыши нет, но они скачут. Ой, ужас какой. Сейчас как начнут прыгать один за другим, нахуй. Что они сказали? Выйдут, проверят. Паша, уже готов сорваться, упасть, 17 этаж. Я когда ты пошел туда, я увидела, мне... Нет, у меня с сердцем чуть плохо не случилось. Еще глаза протерла два раза. Ну это секта, наверняка какая-то секта, потому что нормальный человек бы не полез на 17 этаж там прыгать. Ну, пацаны-то видно не молодые, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ужас. Сейчас еще гололед, скользко. Ну там-то нету, там ветром сдуло, да солнцем выпекло. Ты можешь себе представить, что их родители-то нужны?